каждый человек является индивидуальностью. И у каждого человека присуще свое восприятие окружающего мира. И в тот момент, когда женщина говорит, допустим, этот мужчина не восхищается или этот мужчина там что-то не делает, то, возможно, она просто не знает, что он восхищается, но не делает это наглядно. Иногда такое бывает. Есть люди, которые умеют эмоции проявлять, а есть люди, которые не умеют эмоции проявлять. Но зато, если заглянуть им в середину их души, то там будут самые настоящие фонтаны шоколада, фонтаны радости, фонтаны абсолютного счастья и благодарности тому человеку, с которым живут. А вот человек, который обвиняет или говорит с ним разойтись, уже является человеком, который ставит под сомнение нужность и доверие к этому человеку. Не является ли это...